Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, представитель правления Латвийского регионального объединения Эдвардс Милтенс у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, может быть, начнем с того вопроса, по которому вы уже, в принципе, высказывались, но хотелось бы получить более развернутый комментарий. Мы знаем, что уже в парламент поступил законопроект, который предусматривает резкое увеличение дотаций из госбюджета политическим организациям. Ну, вот представители правящей коалиции говорят о том, что, во-первых, мы отстаем от всех других стран по объему финансирования из госбюджета партии, поэтому нам хотя бы надо догнать Литву и Эстонию. Во-вторых, они уверяют, что вот это уменьшит зависимость от партии, от спонсоров. Я так понимаю, что у вас есть принципиальное возражение, может быть, несколько слов об этом. Ну, первое, это очень странная такая аргументация от премьер-министра, что такое увеличение надо, потому что, чтобы снять это давление от коррумпированных экономических групп, которые влияют на решение партии. Ну, так они как бы осознают, что все это перед этим было, ну, так, да? Да. Но если мы смотрим, это двигается очень быстро. Увеличение огромное, там 7-8 раз, чем сейчас. Почему это делается? Я бы хотел посмотреть немножко в крупном плане. То есть это делается очень быстро, без больших дискуссий. Они очень, ну так, странно ведет себя, потому что рассказывает, что это предложение президента. Ну, я-то знаю, что это проект коалиции. Они президент написали, вроде бы не против, но о конкретных суммах он не говорит. Они как бы стоит за спиной президента, вот его инициатива. Это не так, это неправда. Это проект коалиции, и это делается почему? Потому что, мое мнение, что представьте большие качели, небольшие, очень большие качели. Помните действие, как было, да? Когда ты раскачиваешь качели, они идут обратно. Но вот такие большие качели, они поставили полные качели с очень такими тяжелыми обещаниями по поводу 500 евро пенсии каждому в этом году, ОИК снять, деньги в медицине, даже закон приняли, что будет деньги, учителей и так далее. Они положили этот груз в этих качелях, их закачали, и они знают, что они будут идти обратно. И это будет очень больно. Поэтому они строят свою крепость. И они понимают, что позиции оппозиционным партиям и партиям, которые сейчас не в парламенте, увеличивается по поводу их работы. И они понимают, что это будет возвращаться, эти качели будут идти обратно, поэтому надо сделать крепость. И крепость такая, что, ну, например, партия Кайменьши, да, КПВЛВ, да. У них будет 750 тысяч евро в году, значит, они смогут, и есть такое условие, можно копить деньги до выборов. Они будут копить деньги, и они могут докопить до 2 миллиона евро, которые это, да, они смогут потратить в выборах. Это, например, при том, что фракция уже практически уменьшилась там на сколько? На 4 человека. Ну, да, наш есть рейтинг, Латвийское региональное объединение, побольше, чем партия, которая сейчас у них 3 министра. Правительство находится, да. И, например, другой стороне партии прогрессивной, которые тоже уже 2 выбора шли, у них будет 100 тысяч евро. Это, я думаю, хватит им на 10 работников офиса, кофе и сахар, да? И у них не получится, как бы, ну, способность конкурировать в таком плане, она сокращена до минимума, чтобы помочь тем партиям. Они как бы сейчас делают фотографию, так как они сейчас сидят, чтобы это осталось через 4-5-6 лет. Да, ну вот я так понимаю, что фактически задача правящей коалиции, как вы ее видите, это в принципе просто обеспечить себе вот хорошие условия, такой хандикап, да, преимущество на грядущих выборах, да, и это, все. Это, да? Это не делает
как называется, закопки, да, да, или, ну, иеракуми. А, да, окопы такие уже. Окопы, да, да. И крепость делает, чтобы они удержались на следующих выборах, потому что то, что сейчас творится по поводу обещаний, по поводу законов, которые не соблюдаются, это беспредел, потому что у нас же не кризис сегодня. Нам же самый большой бюджет в истории Латвии, больше чем 10 миллиардов, и все это не совмещается. Да, вот... многие даже вот опросы показывают, что население, насколько я понимаю, против вот этого резкого увеличения финансирования партий, не только потому, что там, не знаю, они партии не любят, угу. да, а потому что, ну, в ситуации, когда ну, обманули целый ряд бюджетников, скажем так, и угу. медиков, и учителей, да. на них, говорят, денег нет, а вот на повышение... финансирование партии, деньги есть. Ну, понятно, что министры и депутаты тоже с января получат прибавку соответствующую mm-hmm. в соответствии с законом. На все деньги есть, только нету на медиков, на учителей, там, на социальные вопросы. Ну, моя позиция такая, что финансирование партии от бюджета – это вообще-то нормальная идея. Да. Никто же, вообще нормально, никто не спорит о том, что это так надо делать, так делают все демократические страны, ну, они укрепляют партии, например, наша партия, если бы были чуть-чуть побольше деньги, мы бы могли побольше юристов взять и свою мощь как бы разрасти, чтобы мы были сильнее до выборов. Но это... то, что не хватает деньги, это не означает, что это совсем потери в выборах. Ну, как мы видим, мы лично, наша партия потратила 17 тысяч евро в выборах Европарламента и достала 5% поддержки общества, 40,98. Это означает, что деньги не решают все. И я думаю, в том будет разочарование в следующих выборах этих партий, потому что даже эти огромные деньги, 15 миллионов евро, которые поделили сейчас коалиционные партии, они не помогут, я думаю. Ну вот еще один такой вопрос. И главное, я думаю, есть решение, что им сейчас надо делать. Как выкручиваться от ситуации. Потому что законопроект уже пошел, уже и решения сделаны, как бы, но... они могут сделать постепенное. То есть, есть такая вещь, как пара из нотейком, да? Да, переходные правила. Переходные да. правила в каждом законе есть. Они могут сделать переходный степени. То есть, не сразу все вводить, а постепенно, да? Например, первый год 30% от этой суммы, потом 50%, потом, не знаю, 70% или так далее, да? Это уже бы был какой-то компромисс с обществом, потому что контекст, в котором сейчас принимается... это огромное финансирование, она противоречит и выглядит очень нехорошо. Может быть, такой вопрос, если мы говорим в целом о политической системе, вот у вас уже довольно большой опыт в активной политике, все-таки на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы, не знаю, граждане Латвии более активно участвовали в работе политических партий, потому что, если мы посмотрим по статистике, у нас вообще в партиях состоит там менее 1% населения, когда мы знаем, что в богатых странах там совсем другие цифры. Да, ну и страны-то побольше, но, в принципе, если мы говорим о Германии, там миллионы людей в партиях состоят, и это вполне нормальное явление. На ваш взгляд, что нужно делать? Может быть, действительно, будущее не за партиями-одиночками, а за какими-то большими политическими объединениями. Вот как вам кажется? Ну, это то, что мы сейчас как раз делаем, Латвийское да. региональное объединение. У нас будет... да, вы, наверное, первый, где мы это рассказываем. И у нас есть решение управления партией, что мы идем на объединение. У нас 6 политических организаций внутри, больше чем 2500 членов в этих организациях, партиях, и мы делаем большой конгресс объединения 24 или 25 января, эвентуально. Mm-hmm. Сейчас только этот процесс идет. Да? Это означает, что у меня уже 12, наверное, да, 12 лет уже я в политике, был в парламенте, не был там, всяко работал. И я понял, что нельзя сделать большую партию, которая поддерживает большое количество народа, если ты не делаешь ее во всей Латвии.
Что сейчас происходит по поводу реформы, региональной реформы, да? Да, вот я хотел об этом тоже. Сейчас происходит то, что они принимают решение от точки зрения Старой Риги, такой планктона Старой Риги. Если мы поговорим с людьми на месте, да, на местах, тогда, например, Руена скажет, спросит такой очень хороший вопрос, например, ну, почему им надо объединяться или отдать все свои права влиять на свои бюджетные деньги, это же деньги жителей самоуправления, например, да. Саукрест возьмем, я там живу, да, мы платим налоги, налог на имущество, да. Это входит в кассу самоуправления. Это значит, что я буду достать эти деньги обратно моим, не знаю, дорога, свет, вода и так далее, да, а мы отдаем эти права. И вот в Риге те партии, которые принимают такие решения, чтобы сделать эти суперрегионы, они, у них нет ни одной региональной как бы власти, они не ведут ни одно самоуправление, у них нет даже как бы нодалис, да, на местах. Отделение, да. Да. Это означает, что если есть как бы мнение, что надо партии с 10 тысяч, 20 тысяч людей, тогда надо смотреть на всю Латвию. Это первое. И второе, как-то до сих пор политические партии, они как бы... Они основываются, собирают там 1000 людей или 500 или так далее. И все амбиции, там, что мы будем, наконец-то партия, которой соберем большое количество народа, да. И так далее. Когда после выборов они начинают работать, тогда появляется такой... как бы клуб, не знаю, там 30, 40, 50, 100 людей, и все остальные забываются, да? Ну, это, я думаю, ну, ненормальная ситуация, мы просто в демократии как бы не выросли до такой степени, чтобы понять, что надо так работать, как, например, Эстония делает. У них 18 тысяч партий реформ, да, членов. Ну, в Германии партия Ангели Меркель, в CDU у них миллион людей. Миллион, да. Это означает, что тоже ошибки, решений меньше, и контроль над политиками, внутренний контроль побольше, потому что там есть побольше конкуренция тоже внутри. Да. Вот такой вопрос, говоря о региональной реформе. С одной стороны, кажется, что вы правы, что касается того, что реформу пытаются создавать вот прямо в Старой Риге. Да, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы тяжело поверить, что вот опытные политики, они так бы политические самоубийцы, да, что вот они двигают такую реформу вот, против, не знаю, большинства населения. Все-таки, как вам кажется, вообще реформа как таковая, мы потом по сути поговорим, она вообще нужна или не нужна? Потому что, когда слышишь аргументы сторонников реформы, вроде кажется все логично. Страна небольшая, к сожалению, количество населения сокращается, да, отток населения из регионов стремительный. 119, вроде, кажется, самоуправлений мало. Может, спорить, нужно ли 36 или 46, да, но вроде 119 многовато. Как вы считаете? Реформа нужна. И, к сожалению, ситуация в Латвии такая, что мы теряем людей. До сих пор теряем людей. И из регионов отток идет, да. Поток из регионов. Но есть другая проблема. Правительство все эти года, они не смогли докопаться до деньгах, которые находятся в самоуправлениях. То есть, если мы смотрим, что, ну, какая мотивация, аргументы, почему надо делать реформу, они рассказывают, что жизнь будет получше на местах. Они объединяют местные самоуправления, там, например, Лепая, там получается 100 тысяч жителей в этом самоуправлении сейчас будет, да, и это означает, что будет побольше деньги, инвестиций, там уровень жизни будет получше, будет рабочие места и так далее. А что в реальности? Если мы смотрим
не то, что они говорят, а то, что делает, тогда и многие люди не смотрят документы Кабинета министров, решения и так далее. Конечно. Это очень сложные документы. А я смотрю, и я вижу, что они взяли, например, 6,5 миллионов евро от налога с ресурс, но докус есть. А, да. На природные ресурсы. Да. На природные ресурсы. И где эти деньги пошли? На чистую воду, канализацию, мелиорацию, там, сделали тропинки, ну, и так далее, да? Это улучшает жизнь местным жителям. Они взяли 6,5 миллионов и распределили на чего? Чтобы укреплять национальную идентитацию, ну, идентитет, да? Идентичность, да. Идентичность, чтобы дать деньги на разработку ИТ-системы министерства. То есть на что угодно, только не на природу. То есть, да? На пустяки, да? Потом, и я посчитал, все эти шаги, которые сейчас принялись, это означает минус почти 200 миллионов евро от самоуправления. Они распределили эти деньги, взяли и послали на другие вещи. Может быть, тоже эти 5 миллионов, которые будут тратить на политические партии, да? Это означает, что то, что они делают, противоречит тем, что они рассказывают. Реформу надо. Если мы смотрим на Эстонию, они сделали реформу в 2017 году. Они сделали как? Первый шаг. Сделали, не знаю, как перевести, апринти. Округи. Округа, наверное, округи. Они сделали 15 округи и 69 самоуправлений. И количество жителей, как мы знаем, наполовину меньше, чем в Латвии. Да? У них уровень жизни и распределение тоже развития регионов получше, чем у нас. Они даже 100-миллионную программу хотят пустить, чтобы развивать экономику регионов. А у нас 200 миллионов отнимает в Латвии. Да, кстати, вот интересный вопрос. Так мы не услышали, а сколько денег пойдет на то, чтобы укрепить вот, регионы? Нет денег. Они обещали, я видел презентацию, 300 миллионов евро на дорог, потому что там очень такая сложная ситуация появляется. Например, Бауска, Вацумнек, и я ехал эту дорогу, и разбил стекло. И я сделал фотки тоже, и там нельзя ехать каждый день, я вообще не представляю, что осенью происходит. Да? В этой программе денег нет. Я говорил с министром транспорта, я спросил, Пуцци сказал, что будет 300 миллионов на дороге регионов. Он посмеялся и сказал, это бы было хорошо. Ну, в реальности такие деньги нет, это просто такой маркетинг, чтобы не было сопротивления реформы. Но если мы заканчиваем тему об Эстонии, как надо делать. Первое, сделать округи. И в окружном формате ты можешь решить вопросы по поводу общественного транспорта, дороги региональной, образования, медицина. Это не можно решить ни маленькие самоуправления, даже небольшие, потому что эти региональные вопросы, они решаются в другом уровне, но не в государственном, не в парламенте. Это слишком большой уровень. Да? И тогда надо соблюдать те критерии, например, эстонцы сказали, 4000 жителей может решать, чего делать с них личными деньгами, то есть где строить детскую площадку, ремонтировать или не ремонтировать детский садик. Но это же логично, это их деньги. Латерны поставить на улице, да. Саулес или на улицу Берзу. Да? И эти решения решаются там, где ты живешь, да? А сейчас получается, что... Ну, потому что самоуправление, по моему мнению, это большое такое... Большой клуб соседов. Ну, группа соседов. Мы тоже с соседом решали вопрос по поводу дороги, привезли это Штямбас, да? Да. Взяли бобкат, я научился Шифу, водить, да. Сделали дорогу, чтобы было более-менее хорошо, да? Да. И в этом плане это преимущество отнимается, и твои деньги сначала уходят в большое самоуправление, с которым ты, ну, никак не связан каждый день, да,
И потом ты можешь надеяться, чтобы твои деньги как-то вернулись обратно в твои улицы или в твоем округе. В том проблема. Это неправильно, я думаю. Эдвард Смирнов на студии, руководитель регионального объединения. Буквально пару минут пауза на рекламу. Не переключайтесь. Mix News. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Вот тоже интересный такой вопрос. Вот, предположим, эта региональная реформа случилась. Да, вот как они ее планировали. Правда, пока до сих пор не ясно, что будет, поскольку мы видим, что часть правящей коалиции тоже проснулась. Видимо, они получают вот недовольство от регионов. Они понимают, что там тоже их избиратели. Они уже начали говорить, что нет, давайте мы, допустим, там к Лепе ничего не будем присоединять, к Даугавпилсу, к Резекне, то есть, видимо, какие-то коррекции будут. Но самое интересное, что нет ответа вот на главный вопрос. Да? Вот, допустим, это случилось, да? А что появилось после этого? Какие-то дороги улучшились, не знаю, пошли инвестиции. Ведь это как ничего же не случится просто так. Проблема в том, что если бы мы были на их позиции, мы делали чуть по-другому. Мы первые начали от жителей конкретных регионов, интересов этих жителей, и смотрели бы, как улучшить жизнь. То есть сделать в целом программу постепенько. Нам надо инвестиции развивать там, чтобы было развитие производства и так далее. Нам надо инфраструктуры, дороги, нам надо это. И сделать, например, округи, чтобы, не знаю, и в том есть смысл, что, например, европейские деньги, чтобы качественно эти проекты написать, надо другую компетентность или ну, это можно сделать получше, да, то есть на окружном уровне это можно. То есть вот такие шаги сделать и тогда показать, вот, мы делаем реформу, не будет больше 119, будет, не знаю, 36, 50 или так далее самоуправлений, но это идет в комплекте 300 миллионов инвестиционной программы по поводу дорог и так далее. И тогда бы жители были спокойны, потому что они бы видели, что это ну, продумано в целом, это не просто так придумал, давай 36, а давай 35 самоуправлений. И потом сказал министерству, давай напишите законы и аргументы на 35 самоуправлений. А почему 35? А почему 15 тысяч жителей, как минимум, например, ну, Саукрасты как место? Да. Да? Там же все время увеличивается жители самоуправления. Более того, Саукрасты же еще и перечисляют деньги в этот излидзенашнес фонд. 800 тысяч евро, по-моему, да. Ежегодно. Это говорит о том, что, в принципе, он сам себя обеспечивает, еще может другим помогать. Да, но их объединяет, сейчас будет Гаркалны, Алдажи, Саукрасты, территории, которые, вроде, есть одна дорога, которая соединяет, но стратегически Саукрасты – это место, где хорошо жить, отдыхать, поехать на пляжу и так далее. Да? 40 тысяч людей в летом Саукрасты, а так 7 тысяч зимой живет. Ну, работы там же нет фактически, там все равно люди работают в Риге. Работа летом, и многие работают в Риге, потому что это нормальная тенденция, не жить больше в центре города. Это во всей города, Европе такой процесс если происходит. Если ты можешь на 23 минуты от моего дома до рубежей Риги, да? Понятно. Это не проблема. То есть из Пурцемса и Плявники до центра доехать намного дольше, да? По пробкам. Я жил в Пурцемсе много лет, и потому что там не Бривиебс улица большая, а там надо крутиться чуть-чуть. То есть время, я думаю, это то же самое, как ехать от Сокола. Да. Вот такой вопрос, который я хотел вам задать. Мы видим, что сейчас появилась новая вот уже информация, что якобы вот это ВАРА, Министерство среды регионального развития, хочет создать второй уровень. Да, то есть еще какое-то надо руководство, которое что будет, командовать самоуправлениями? Это, я думаю, первое большое правильное решение, которое они сейчас делают. Все-таки, да? Они понимают, что нету тракторов в Риге в центре, но уже тракторы подготавливаются. Руена сделала видео, когда люди просто начали рассказывать свое мнение.
Вок, повсюду люди говорят о том, что решение неправильное. И Ud Spielens – это ну, такая литература, ну, мнение, которое надо прочитать, да? Да. Он правильно сказал, а эта реформа делается неправильным, ну, сацейба, да? Неправильной последовательности, да. Да, потому что надо первое делать округи, и потом думать, как обнить самоуправление. И сейчас дискуссии, только что появилась информация в пятницу, что дискуссия началась по поводу округов, что такие тоже нужны. Ну, наконец-то министр Пуц это понял. Да. Вот как вам кажется, за счет чего вообще регионы будут развиваться? Как все-таки, что нужно сделать? Не знаю, какие-то налоговые изменения? Может быть, как вот сделала Эстония, направлять средства на региональное развитие? Потому что, ну, в противном случае, ну, ты можешь по-разному перекроить, да, но все равно, не знаю, так сказать, Цельсис или Лимба же Рига не станет. Но чтобы регионы развивались, первое, что нужно, это компетентное управление регионах и сотрудничество с управлением страны. Потому что если у тебя нет как бы возможности сотрудничать, тогда многие вещи просто не получаются. Ну, я по поводу, например, этой реформы тоже решения просто сделаны были в министерстве и в коалиции. И это не было как бы в связи того, что думают люди на местах. Второе, ну, мы можем какие-то стратегии писать и инвесторов искать и так далее, но мы понимаем, что без деньгах ничего не происходит. Я, это было 7-8 лет назад, мы начали думать о том, что надо просто инвестиционную программу по поводу Латгала. И мы сделали специальную экономическую зону там. И там была специальная программа для Латгала. Инфраструктура, дороги, инфраструктура для промышленности. Если кто-то там хочет развивать свой бизнес и производство, тогда у него есть подключение. Была дискуссия Латвэнерго, там год надо ждать, чтобы увеличить мощность электричества. Да? И такие вещи. То есть, если ты хочешь развивать бизнес на местах, ты должен инвестировать деньги, чтобы создать среду, где бизнес просто придет. Да? Адажи тоже, сейчас Оркла очень большое делается, да, производство. Но это потому, что мэр Адажи работал над этим вопросом, он подготовил, у него была программа, что он предлагает этой компании, чтобы они пришли туда и были рабочие места. Детские садики, там проблемы жилья, потому что работникам, а где им арендовать квартиру, такие нет, он эти вопросы решает. То есть, все если вопросы, весь комплекс решит, то... Все вопросы, они требуют деньги, да. Говорили, я не знаю, приняли, не приняли, говорили по поводу программы, чтобы развивать жилье, квартиры на аренду регионах. Потому что, например, Валмера и Ялга, в Лепа и в других местах ты можешь как бы делать новые производства, но а где будут жить люди? Ну, там есть какие-то места, но новая семья, они хотят какой-то комфорт и ремонт и так далее. Очень мало таких предложений регионов. Да. Да. И кредиты тоже. Ну, мы знаем, как кредиты выдаются. Да? Рига, Юрмала, ну, не знаю, 40 километров от Риги, а потом считается все. Большой риск, потому что не работает Next Generation Turks, да? Да. Это рынок недвижимости в основном, да, все сконцентрировано в Риге, в Юрмале. Вот возвращаясь все-таки к партиям, вот говоря о региональном объединении, понятно, что до сих пор вы в какой-то степени конкурировали с теми же зелеными крестьянами, союз зеленых крестьян, поскольку у них тоже много региональных лидеров, они тоже ориентированы вот на регионы. Как сделать так, чтобы вы как бы, я понимаю, что конкуренция – это здоровая вещь, но думаете ли вы о каком-то еще более расширении, объединении, еще что-то? Или? Ну, ясно, что мы думаем, мы, ну, две последние выборы, они были
как бы, если бы было 1% или 2% выборов поддержка общества, тогда все ясно, что, ну, стратегия очень, как бы, неправильная, да? Но мы практически без огромных ресурсов, как я дал пример, 17 тысяч евро потратили только Европарламент в выборах, у нас 5% поддержка общества. На самоуправлениях, как мы видим, там поддержка, даже есть места, где больше, чем 50-60% поддерживает наших. Да? И это значит, что мы качественно и делаем свою работу и думаем долгосрочно. В январе эвентуально будет наш большой конгресс. Мы, я как председатель партии, тоже хочу видеть новых лиц и новых людей, которые присоединяются к нам, и не исключаем тоже сотрудничество с другими. Но это уже, ну, как бы вторая степень в этом плане. Это ясно, что силы надо объединять сейчас. Да. Вот что касается такого вопроса бюджета, вы уже упомянули, что, по крайней мере, вот этот бюджет, который 2020 года, такой самый исторический большой бюджет, 10 миллиардов, больше даже, ну, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что целый ряд вот, ну, позиций, целый ряд обещаний не выполнено. В чем причина? Это просто коалиция, каждая там партия тянет одеяло на себя, вот с учетом вашего опыта, или что-то здесь вообще фундаментально неправильное? Ну, я думаю, что фундаментально неправильно то, что политики партии и некоторые политики, они перешагнули, ну, такие очень яркие красные линии. То, что перед этим, как бы, мы шли на того, что считалось ненормально, если ты идешь на выборы. И ты можешь какой-то чуть-чуть популизм там гонять, да, но ты не можешь так врать, да, ну, как бы, я тоже шел в дебатах премьера, и как партии, которые на границе 5%, я тоже бы мог сказать 700 евро, там, не 500, Бордан, господин Бордан, вы 500, давай я 700 каждому, да. Но это вранье, я посчитал, что это будет стоить предложение Борданса 1,68 миллиардов евро, я это сказал в прямом эфире, и получилось так, что я критикую его хорошие предложения. Но вот они власть взяли, а сейчас не может выполнить ничего, ни ОИК, ни 500 евро пенсии, да. Пенсии, ни обещаний медикам, ни педагогам и так далее. Я надеюсь, что те обещания, этот беспредел, который был в выборах, потому что это был фарс. Дебаты были фарсом. Но это, наверное, сигналы для избирателей. Что это запомнить избиратели через 3 года. Может быть, даже через 2 года, когда будет выбор самоуправления. Плохо, что до сих пор доказывается, что память в таких вещах не больше, чем 6 месяцев или 12 месяцев. И на это надеются те партии, которые взяли власть просто с враньем. Да? Но я надеюсь, что общество – это единственный арбитр, который может влиять на такие, как бы, на дела, ну, что он будет делать свои решения в выборах. Сейчас будет, через 1,5 года, будет выбор самоуправления. Да? Уже уже тогда можно реформы, да. Уже тогда можно смотреть на эти вопросы и сделать выводы. Да, вот еще, наверное, проблема, я думаю, ну, с которой вы тоже столкнулись, зачастую действительно избиратели покупаются на что? На вот эти бесконечные обещания повысить пенсии и так далее. Mm-hmm. И на вот каких-то там харизматичных лидеров, которые за собой ведут вот этот локомотив. Что с этим делать? Как вот, не знаю, донести? То есть вы работаете сейчас в регионах. Что люди вообще сейчас думают? Что говорят? По поводу чего? Вообще по поводу... Харизматических лидеров. Да. Ну, я думаю, проблема в том, что мы видим, что каждые выборы, и я тоже опубликовал данные, как это выглядит, да. Когда мы рисуем этот чарт, да, да. Линию, когда идет... В последних выборах участвовали парламента 50
10% избирателей. Перед этим это было больше. С каждым выбором, мы помним, как было 90, да, когда было 70% и больше. Каждые выборы мы теряем людей, которые идут на выборы. Это означает, что ну, это влияет на фундамент демократии, и я думаю, многие люди оставляют решение, кто будет вести нашу страну, меньшинству общества. Это очень как бы плохая новость в этом плане. И это случается потому, что ну, каждый раз эти обещания, они побольше, и разочарований каждый раз побольше. Люди просто не идут на выборы, или некоторые уезжают, или так реагируют. Я думаю, что это ненормально. Поэтому мы не идем с таким враньем или с такими обещаниями. Мы думаем, что долгосрочной стратегией, работая, что мы рассказываем правду, что мы ну, очень рационально делаем свою работу, я думаю, это в долгом плане это, ну, придет обратно. Да? И поэтому мы хотим обвинить людей, которые очень профессионально работают, чтобы так менять ситуацию. Может быть, такой последний вопрос, вот фактически возвращаясь вот к тому, с чего мы практически начали, административно-территориальная реформа или региональная реформа. Мы знаем, что целый ряд самоуправлений обдумывают, не обратиться ли в Конституционный суд, потому что, ну, если машина для голосования запущена, мы понимаем, что эта реформа будет принята. Да, там, может быть, с какими-то коррекциями. Хорошо, если все-таки вот эти пожелания будут учтены. Вот частично мы уже видим, что идет какая-то вот попытка учитывать создание вот этих округов. Но если все-таки не будет, вы как региональное объединение тоже можете поддерживать вот обращение в Конституционный суд? Ну, мы были первые, которые сказали, что мы будем идти на конституционный суд. Уже не говоря о том, что, может быть, стоило вообще референдум провести по такому серьезному вопросу. Это тоже мы пробовали. Министр Пуце закрыл эту тему и сказал, что то, что написано Паша Алдейбухарта, пятый пункт, что надо делать референдум, и мнение общества очень как бы важно в этом процессе. И он сказал, нет, это не так, это нельзя делать, да, только опросы можно. Но это ясно, что тема по поводу конституционного суда, она, мы ее подняли. Я думаю, первый уже как бы реакции происходит сейчас. Мы слышим, что по поводу Лепая, самоуправления Лепая, где они обвиняют Лепая, которая 75 тысяч жителей, да, они объединяются самоуправлениями, которые все вместе, там, наверное, 9 или 10 они, да, в округе, они все вместе делают 23 тысячи людей. 75 и 23. То есть я посчитал математически, получается там, что Ница, Руцава, там 7 или 8 самоуправлений, они даже математически не могут достичь того, что у них будет представитель, да, в Думе Лепая, потому что Лепая, ну, такой гигант огромный, и они, то есть никак они вообще не останутся без представителей. Да, и я учился как юрист, и есть теория, да, о страны и так, да, далее, а есть практика. И я 10 лет уже в политике, и я знаю, у которого власть, тот и делит деньги. То есть, это если точно у тебя нету представителей в Думе, тогда, извините, вы платите, а мы подумаем, может, чего-то, ну, там, вам откинем, а может быть, откинем. Нет. Да. И этот принцип, я думаю, очень несправедлив. Если есть, не знаю, 3-4 тысячи людей, которые живут в одном округе, у них есть право платить, чтобы сделать свою дорогу и детский садик поддерживать и так далее. Да? Это, ну, я думаю, по поводу Конституции это несправедливо. И поэтому эти реакции, я думаю, происходят.
по поводу Лепа, сейчас идея появилась у министерства, что да, вообще-то, может быть, и вы правы, что надо сделать Лепаю и Лейс Курземис Новость. То есть объединить те, которые там делают 23 тысячи людей, и оставить Лепаю как... В этом же есть логика. В этом есть логика, да. Ну, и поэтому латвийское оригинальное мнение, мы не против реформы. Мы за, мы это уже говорили много лет, но мы за такую реформу, которая решает проблемы, а не создает их. Эдвард Смилтонс у нас был в студии, представитель правления Латвийского объединения регионов. Большое спасибо. Спасибо. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком.